И хуй я играю макароном, я не понимаю. Делай скрин. Я в ней, и в ней. Я 2 года в общаге. Посыпалась баба, парень, посыпалась она уже. Если ты хочешь поучаствовать в розыгрыше AirPods, очень важное объявление. Итак, 20 марта выходит мой первый собственный трек. Я очень над ним постарался и надеюсь, тебе понравится. Хочу вас попросить о максимальной активности и поддержке. А эти AirPods мы разыграем среди тех, кто репостнет трек ВКонтакте 20 марта. Так что добавляй напоминания и жди. Я очень на тебя надеюсь. А теперь погнали к рулетке. Мы без фокуса. Вот сейчас с фокусом. Всем привет, ребята! Это канал Акстар. И сегодня, знаете, мы сегодня с Яриком записываем чат-рулетку, долгожданную. Очень многие просили чат-рулетку с Яриком. Ты ошибся. С Яриком, бррррр! Сегодня будем искать интересные реакции на гитаристов в чат-рулетке. Непокорная моя любовь. И хуй я играю макароном, я не понимаю. Что ты делаешь левой рукой? Я пульт перебрасываю. Слушай, попробуй угадать песню. Давай. Акстар, опять эта песня? Да, я знаю, что я ее очень много раз играл, но много не значит плохо. На самом деле, я просто ничего не успел разобрать, потому что мы снимали это тогда же, когда я первую часть. Но это видео получилось очень крутым, и вот. Не узнаешь? Смотри. В лесу родилась елочка, нет? Да, это только другая версия немножечко. А тебя вот эту песню узнаешь, типа? Тебе не нравится дым, черт с ним. Он убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что между нами чуауа. Эту знаешь? Знаю. 1-0, выкуси. Передавай, ты откуда, с какого города? Почему 1-0? 1-1 же. Я его угадал и твою. Да. А, ну да. Лох. Опа, а я тебе сейчас кое-что расскажу. Если хочешь научиться играть на гитаре, как я или Ярик, или даже лучше, специально для тебя приложение Timbro. Это приложение научит тебя играть на гитаре, будет показывать, как это делать, и следить за этим с помощью микрофона. Оно абсолютно бесплатное, давай я тебе его продемонстрирую. Там большой выбор песен, упражнений для новичков, уровней сложности. Играй ты и повышаешь свой уровень и прогрессируешь. Оно абсолютно бесплатно для Android и для iOS, так что я не знаю, почему ты до сих пор его не скачал, если ты гитарист. Вот, ссылочка в описании, все, обязательно переходи, качай. А мы теперь отправляемся дальше смотреть рулетку, наверное, да. Привет! Привет. Стоп, подожди. Слушай. Это же чудо! У тебя в руках, да? Причем шоколадное. Охренеть. Слушай, очень вкусное. Но я больше клубничное предпочитаю. Тихо. Ага. Делай скрин! Акстар, знаю тебя! Он старый! Где вы еще увидите Акстара на потанцовке? Привет. Привет. Мы сейчас песню тебе споем. Отлично. А ты знаешь самую романтичную песню в мире? Нет. Нет? Позвольте мне, сударь, самая романтичная песня в мире. Вот и помер дед Максим, да и хрен остался с ним, положили его в гроб. Да, мы долбоёбы. Привет. Хуёвый гитарист, блядь.
Не, можно что-то. Блин, слушай, они чем-то очень важным занимаются. Не будем их отвлекать. А мы ищем со старым кого-нибудь в чат рулетки, но чё-то дрочат тут все. Чё мы вообще делаем, Акстар, с тобой? Мы должны что-то это... Давай... Ты чё? Да ты чё, блядь, ты чё? Ты дебил. Да, Привет. Да, ты прям идеально подходит, давай. Я 3 года в общаге. Я в неем и в ней сплю. Я 2 года в общаге. Я дружу в ней с друзьями. И с девчонкой мучу. Могут выселить гады коменданту на свет. Каждый день то засада, то потеря потерь. Шняга шняжная, жизнь общажная, беспонтовая, но кайфовая. Смотрели сериал «Универ». Главный вопрос. Слушай, что... а можно еще раз припев этой песни? А что вы готовите? Вот главный вопрос. Макароны. С пюрешкой? С пюрешкой или... Пюрешкой. Это главное. Макарошки с пюрешкой. Скажи, мы дебилы. Вы что, девчонки, что у вас там происходит? Тошнит? Нет. Нет? А вот Фингерстайла может тошнить, я согласен. Посыпалась баба, парень, посыпалась она уже. Я помню белые обои черная, посуда на скрущенке двое. Кто мы, откуда, откуда задвигаем что-то. Просто знаешь, вот я вот просто почему, извините, пацаны, просто вот у меня есть возможность. Ты не поверишь, я недавно, год назад, наверное, посмотрел твое видео несколько так. штук. И выключил сразу. То есть сразу. Ты играешь, как бы песенки поешь, так же, как я, да, грубо говоря? Так. Ну, на том же уровне примерно, то есть я там тоже все это делал. А у меня есть 500 000 подписчиков, тебе нет, да? Неплохо, неплохо. Где затаривайтесь, девчонки? Чё это вас так плющит? Да вас там прям нормально. Блин, вот если ваша тусовка не похожа на такую, даже не смейте меня приглашать. Да, вместо что Моргенштерн играл. Да? Да. Да, блин, я уже села. Она уже села. Подожди, вставай. Вставай. Все, вот давайте. Танцевальный баттл. Мне лицо кошки на эстер охеревает. Все, погнали. Играйте. Я недавно нашел канал на ютубе, тоже с чат-рулеткой. Очень угарно, блин. Советую подписаться, шоколадный босс, ссылка в описании. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земля и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Давай заново, мы только включили, давайте. Давай, как будто заново, погнали. А чё умеешь? Что случилось? Я вас знаю! Рубаха в жопу засочилась. Давай, погнали, играем. Ага, давай. Массивы, ага. Там, да, и... Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, 2 сердечка на брюке. Раз веселые зрачки, твое имя на руке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво.
Я надеюсь, тебе понравилось это видео, так что давай наберем 35 тысяч лайков и будет продолжение, потому что прошлая часть у нас собрала 1 000 000 просмотров меньше, чем за неделю, и там собралось более 70 тысяч лайков, так что я вас верю, вы у меня самые лучшие. Давайте попробуем сделать это и будем дальше снимать рулет, так что ты знаешь, что делать, подписываться на канал, ставить лайки, комментарии и... За 1 000 000 спасибо большое.